Здравствуйте все! Сегодня приготовим печенье из сахарного теста. Это печенье очень простое в приготовлении. В этом рецепте нет яиц. Хочу предложить вам вариант быстрого и вкусного домашнего печенья. Рецептов песочного печенья очень много. Главными критериями этой популярной выпечки являются нежность и рассыпчатость. Песочное печенье должно таять во рту. Печенье очень рассыпчатое. Рецепт нежного песочного печенья из простых продуктов. Нам понадобится 250 грамм топленого масла, 350-400 грамм муки, 250 грамм сахарного песка, ванилин, 1 на 4 чайной ложки соды. Добавим масло в глубокую миску. Масло соединяем с сахаром. Взбиваем до посветления и увеличения массы в объеме. Взбиваем примерно 5-7 минут. Добавляем ванилин. Продолжаем взбивать. Добавим соду. Взбиваем. Можно добавить муку. Смешаем масляную смесь с просеянной мукой. Добавим муку поступенно. Замешиваем тесто. Добавляем остальную муку. Продолжаем замешивать тесто. Постепенно всыпая муку, вымесим однородное тесто. У нас получилось однородное мягкое рассыпчатое тесто. Сформируем шар из сахарного теста по размеру яйца. Переложить их на лист пергаментной бумаги на расстоянии друг от друга. Слегка выдавливаем пальцем в середину шарика. Аккуратно пальчиками подправьте их. У меня получилось 16 штук печенья. Готовим разогретый до 180 градусов в духовке. Главное не передержать их в духовке, чтобы не стали крепкими. Как только нижняя часть немного подрумянится, вынимаем из духовки. Сахарное печенье готово. Готовое печенье очень мягкое. Оставьте его немного подсохнуть на противне, затем можно перекладывать. Сахарное печенье – вкусный, простой, универсальный десерт. Очень вкусно данное печенье. Употребляют как просто с чаем или кофе. Готовится сахарное печенье очень быстро и из доступных продуктов. Спасибо за просмотр. Приятного вам чаепития!